В Люберецкой детской спортивной школе состоялся финал региональных соревнований ГТО. В нем приняли участие школьники из 35 городов Подмосковья. Честь нашего городского округа отставили учащиеся 9-й школы. Всего в рамках проведения спартакиады подмосковные школьники доказали свою силу и ловкость по 6 дисциплинам ГТО. Спортивные состязания проходили по 3 возрастным категориям. Ученики 4-х классов соревновались в Жуковском, 7-е и 8-е классы встретились в Домодедове, а в Люберцах прошла 3-я степень спартакиады. Здесь за звание сильнейшего боролись учащиеся 5-х и 6-х классов. Из ГТО дисциплины это наклон вперед, подтягивание или сгибание рвиси, сгибание и разгибание для девочек рук в упоре лежа и прыжок в длину с места. Из президентских состязаний это пресс за 1 минуту. Инициатор соревнований – Министерство образования Московской области. Выявление сильнейших по выполнению нормативов ГТО проводят в столичном регионе ежегодно. Каждый раз городской округ Люберцы принимает активное участие в спортивном мероприятии. Наша команда выступает во всех степенях. Мы, конечно, надеемся, что мы будем с хорошими результатами, потому что у нас выступают те команды, которые в прошлом году заняли в нашем городском округе призовые места по этим возрастам. Подведение итогов и награждение победителей состоится 29 ноября в Мытищах. В каждой возрастной категории определят 4 призовых места. Отдельно среди мальчиков и отдельно среди девочек. А 6 лучших команд будут отмечены Министерством Московской области. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.